Рано женился и потерял первого ребенка. 36-летний Алексей Демидов и его красавица-жена с экзотической внешностью. Известный актер Алексей Демидов в последнее время пользуется фееричным успехом. Не только в кинематографе, но и у армии поклонниц. Но, несмотря на это, он примерный семьянин. Его нечасто можно встретить на светских мероприятиях, и тем более со своей семьей. Вероятно, поэтому многие задаются вопросами о его личной жизни. Алексей Демидов – уроженец Нижнего Новгорода. Он с детства видел, как было тяжело его маме. Дело в том, что когда Алексей был совсем маленьким, его родители расстались. Чтобы достойно обеспечить сына, его мама была готова на многое и бралась за любую подработку. Вероятно, тогда мальчик понял, что многое решает целеустремленность. Именно ее ему пришлось проявить после окончания школьных лет. Получив аттестат, молодой человек решил поступать в Нижегородское актерское учебное заведение. Но приемная комиссия практически сразу отсеяла молодого человека. У него были проблемы с дикцией, и ростом он не вышел. Но Алексей решил добиться задуманного любыми способами. Поэтому он начал усиленно заниматься спортом и посещать специалиста для исправления дефектов речи. В итоге он перестал картавить, а его рост изменился со 164 см до 173 см. После этого Алексей успешно прошел вступительные экзамены и прекрасно учился. После окончания учебы он решил продолжить получать знания и переехал в Питер. Правда, в Питере он прожил недолго. Окончив первый семестр, Алексей забрал документы из театральной академии и переехал в Москву. Там он осел по настоящее время. Алексей Демидов никогда не боялся трудностей, поэтому он практически с первых дней жизни в столице начал посещать отборы в различные проекты. Конечно, были и неудачи, но в один прекрасный день удача улыбнулась молодому человеку. В 2008 году Алексей Демидов стал актером театра «Содружество Таганки». Тогда ему приходилось совмещать театральную деятельность и профессию радиоведущего. Если с деньгами стало все более или менее нормально, то кинематограф так и не начинал покоряться. Все изменил кастинг в сериале «Рыжая». Именно этот проект подарил зрителям в 2008 году телевизионного актера Алексея Демидова. Но там он играл второстепенную роль. Настоящий звездный час пришел к Алексею после выхода киноработы «Метод Лавровой». После этого Алексея начали все чаще и чаще приглашать на различные съемки. На сегодняшний день Алексей Демидов – один из самых востребованных и модных актеров российского кино. Алексей Демидов принял решение жениться в раннем возрасте. Многие предвещали, что этот брак будет недолгим, но наперекор всем Алексей счастлив. Алексей познакомился со своей избранницей на телепроекте «Рыжая». Елена была помощницей режиссера. Длинноволосая девушка с необычной восточной внешностью сразу поразила сердце молодого человека. Несмотря на то, что Алексей не получил главную партию, общение, начатое при отборе, продолжалось. Алексей красиво ухаживал за молодой, длинноволосой девушкой, и у них начался роман. Уже в 2010 году Алексей сделал предложение красавице, и она ответила согласием. Алексей по сей день не может поверить своему счастью до конца. Пара безумно счастлива и при каждой возможности старается побыть вместе. Судьба – штука сложная. Семейное счастье Демидова не всегда было таким ясным и безоблачным. Через 2 года после заключения брака Елена подарила Алексею наследницу. Ее нарекли Софией. Пара была безумно счастлива, а молодой отец при первой возможности летел к дочке. К сожалению, София ушла из жизни. Причины этого горя Алексей не афиширует по сей день. Неизвестно, чего стоило паре пережить эту беду. В 2016 году Алексей стал отцом во второй раз. У него родилась дочь Анастасия. Спустя 5 лет супруга подарила актеру еще одну наследницу, которую назвали Есенией. Алексей – образцовый отец и примерный семьянин. Он постоянно выкладывает совместные фото с наследницами и супругой в своих личных аккаунтах. Семья любит посещать новые места и пробовать что-то новое. Сегодня Алексей полностью счастливый человек. Он не только постоянно занят на съемочных площадках, но и принимает участие в
театральных постановках. У него амбициозные планы на будущее в профессиональном плане. Елена безумно любит своего мужа и занимается семейным гнездышком. Она любимая жена и счастливая мама. Остается пожелать Алексею здоровья, счастья и дальнейших успехов.